Конфеты из зеленой гречки. Готовим полезные конфеты из зеленой гречки. Потребуется минимум ингредиентов, а процесс приготовления элементарно простой. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить конфеты из зеленой гречки. Порошок какао можно заменить на керап. Для обсыпки также можно использовать какао, измельченные орехи или кокосовую стружку. По желанию в конфеты можно добавить сушеный имбирь, корицу или кусочки измельченных орехов. Конфеты получаются диетическим и даже полезными, по вкусу чем-то напоминают пирожная картошка. Ингредиенты. Зеленая гречка, 1 дробь 2 стакана. Финики, 1 дробь 2 стакана. Кунжут, 3-4 ст. Ложек. Какао-порошок, 2 ст. Ложки. Количество порций, 7-8. Подготовьте все ингредиенты. Зеленую гречку замочите на ночь затем хорошо промойте в холодной воде. Финики залейте теплой водой и оставьте на 10 минут. Затем удалите косточки. Измельчите блендером финики, зеленую гречку и какао до однородной массы. Скатайте из массы шарики. Обваляйте их в кунжуте, уберите в холодильник на полчаса. Конфеты из зеленой гречки готовы, приятного аппетита!